Всем привет! Вот есть такая вот стиральная машинка Electrolux EVS1046. Значит, были с ней некоторые сложности. Хочу показать, как вот входим мы в режим тестирования и программирования, конфигурирования точнее. Режим тестирования. Нажимаем две правых кнопочки. Положение селектора 0. Включаем машинку. Вот эту кнопочку нажимаем. Я уже включил. Значит, ждем, пока остановится мигание. Отпускаем, значит, это показывает о том, что сейчас пошел режим тестирования. Переключаем селектор в первое положение. Первых три положения — это набор воды. Сейчас вот тут идет набор воды через первую, через вторую, это стирка. Значит, и третья позиция — это ополаскиватель кондиционера, насколько я помню. Значит, четвертая позиция. Сейчас будет идти режим тестирования, насколько я помню, оборотов двигателя самой стиралки. Значит, дальше на этом положении идет нагрев. Сейчас он добирает немножечко воды и будет нагревать ее до необходимой величины. Значит, здесь у нас сейчас показывается температура, на которой вода состоит. Точнее всего сейчас. Четвертый режим — это режим отжима, то есть она будет раскручивать барабан на максимум. И пятый режим — слив воды, и тоже режим отжима. Точнее, хотя не помню там точно, там на 30 градусах, что она там нам показала. Ну, в общем, в принципе, это, я думаю, описание можете найти. Сейчас идет слив воды, и после слива воды начнет раскручивать барабан на максимальные обороты, которые может быть, и тоже там у нас с правой стороны будет отображать все. Эти режимы желательно все по очереди пройти, для того, чтобы понимать, какой у нас возникает какой-то ошибки. Если, допустим, стиралка работает некорректно, но я сейчас выключу, чтобы она не накручивала обороты. Значит, вот у нас сейчас нулевое положение. Код ошибки мы можем посмотреть, сейчас переключив селектор, вот этот, против часовой стрелочки на 2 оборота. У меня сейчас код ошибки 0, то есть все хорошо с машинкой. До этого там был определенный код ошибки, заменили ТЭН. Значит, и случайно я сбросил конфигурацию. Вход в режим конфигурации происходит положением селектора на одно положение влево. И вот этот вот тот код, 16-разрядный на этикетке, который необходимо ввести. Код конфигурации. Значит, вводится он, переключается, значит, по первое положение через левую кнопку, а правой кнопкой мы вводим саму цифру, которую необходимо задать. То есть их всего 16 цифр. Вот я их по очереди перебираю. То есть нам показывают. То есть вот первая цифра. Первая цифра — это позиция 0 в 16-разрядной системе счисления. У меня цифра C. Она вводится переключением правой кнопкой мыши. Правая кнопка. То есть правой кнопочкой мы клацаем стиральной машины. Значит, и выставляем циферку C. После этого, значит, мы сохраняем, но только после того, как мы ввели все 16. То есть мы сначала вводим нулевую позицию, у меня, например, C. Потом левая кнопка, переключаем, вводим позицию номер первую, там какой код, да. И так вот, когда только все ввелись 16 цифр, мы только потом нажимаем кнопку сохранения после этого и выходим из программирования. Выход из программирования, переключаем селектор в нулевое положение и выключаем кнопку питания. На этом все. Всем пока.